Коммунисты России подали в суд на коммунистов Российской Федерации. Сегодняшнее заседание суда по иску одной компартии к другой длилось 4 часа. Суть иска, по видению истца, такова. На официальном сайте КПРФ размещены агитационные ролики, в которых использована музыка с нарушением авторских прав. Цель иска – снять КПРФ с выборов. 3 часа подряд 11 человек смотрели видеоролики с участием Алексея Куриного, где он почти во всех из них говорил: «Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки». Ответ КПРФ удивил. Этот YouTube-канал делает неизвестный блогер, причем никто ни за что ему не платит. Каким образом он размещает их на сайте, непонятно. Откуда у неизвестного права администратора, тоже. Поэтому за ролики КПРФ ответственности не несет. Доказать обратное коммунистам России не удалось. Вердикт суда таков. Политической партии Коммунисты России Ульяновского областного отделения об отмене регистрации списка кандидатов в депутаты в законодательное собрание Ульяновской области 6-го созыва отказать. Участники процесса комментируют вердикт суда по-разному. Кроме участников, в качестве заинтересованного лица на суде присутствовал и член регионального избиркома. Было подано административное исковое заявление одной из партий к другой партии о том, что они нарушили интеллектуальные права, что с их точки зрения влечет отмену регистрации списка кандидатов в депутаты законодательного собрания Ульяновской области 6-го созыва, которое нам выдвинуто. В ходе судебного заседания были исследованы все возможные доказательства, которые были представлены сторонами, выслушаны их мнения, и суд пришел к решению, что в данном случае нарушения законодательства не имеется. И оснований для того, чтобы отменить регистрацию этого областного списка кандидатов, также не имеется. В судебном заседании данные ролики формально признали агитационными, однако тот факт, что Ульяновское областное отделение КПРФ в лице своего представителя отказалось от какой-либо причастности к официальному каналу КПРФ на Ютубе и отказалась от причастности к официальному сайту 73КПРФ.ру, суд принял решение, что не установлено, кем были размещены данные ролики. Решение суда я считаю полностью законным и обоснованным, так как доводы административного истца, это Коммунистическая партия Коммунисты России, которое подало административный иск именно Коммунистической партии Российской Федерации, которая является прямыми его оппонентами, я считаю, не нашли своего подтверждения. Каждый советский ребенок читал книгу великого советского писателя Аркадия Гайдара «Тимур и его команда». Ребята помогали бабушкам тайно. Теперь тайно кто-то помогает самой коммунистической партии. Кто-то делает для них YouTube-канал. В суде выяснилось, что этот канал не принадлежит партии, да в принципе и весь сайт. Можно ли доверять ничейному информресурсу, решать вам. Пока кто-то отчитывается о сделанном и планирует будущее, другие судятся. Сегодня в том же суде было и, так сказать, ответное заседание с иском уже от КПРФ коммунистам России. До выборов 9 дней, но, похоже, весь выборный экшен еще впереди. Павел Половов, Александр Кудряшов, новости Ульяновской правды.